Здравствуйте, сегодня мы посмотрим видеообзор надувной палатки от компании Tintreal. Поступил специальный заказ на надувную герметичную палатку, да, которая может держать непосредственно внутри воздух герметичный и не выпускать. Это будет непосредственно специальная герметичная камера. Давайте ее накачаем, посмотрим, как быстро она накачается. Палатка размером 5 на 3,5 накачиваем обычным насосом на 1000 литров. Соответственно, палатку размером 5 на 3,5, высотой около 2 метров, накачали за 5 минут. Соответственно, примерно время установки. По данный заказ сделана специальная дверь-шторка для быстрого открывания. Можно сделать ее свернуть и как доп. Опции сделать держатели сверху непосредственно. Также здесь по заказу клиента сделан специально тамбур с расстоянием 1,5 метра внутри. И также сделана вторая дверь-шторка. Дверь сделана также с герметичным окном, прозрачным, где можно зайти и посмотреть, что происходит внутри. Данная палатка может использоваться как штаб временного летнего проживания. Также можно сделать доп. Опцией утеплитель. Для этого есть специальные кольца крепления, использовать палатку в зимнее время. А дополнительные опции всегда в палатку. Это непосредственно необходимое электричество. Если есть рядом электричество, проведена электросеть, либо есть генератор. Соответственно, в палатке вешают специальные кольца, и доп. Опцией делается электросеть. Соответственно, также можно провести розетки, светильники для обеспечения жизнедеятельности в палатке. Каркас сделан из облегченной ткани, морозостойкой, газодержащей 650. Также одним из плюсов в том, что двери сделаны из молний, двухсторонней. Вы также можете зайти в палатку и за собой непосредственно застегнуть дверь. Полностью обеспечивается герметичность, да, и уменьшаются потери как тепла, так же, в принципе, и воздуха. Что еще хочу рассказать? Пройдемте с моим вокруг. На случай, что если у вас нет электричества, либо палатка будет использоваться где-то в лесу или в том состоянии, где нет электричества, нет у вас генератора, нет электричества, прозрачные окна позволяют всегда освещать палатку, использовать дневное время. Непосредственно также на палатках есть специальные кольца со стропами прошитыми, где, в принципе, порядка 4 человек за каждый угол могут взять и палатку легко перенести в удобное для вас местоположение. Так, палатка, если будет использоваться где-то на грунте, можно дополнительно заказать подложку из ПВХ-материала, ее раскатать на земле, на камнях и сверху уже непосредственно установить палатку. Также для переноски есть еще удобные ручки-держатели. Так как непосредственно палатки используются в различных условиях от минус 50 до плюс 50, из-за перепадов давления воздух сжимается, расширяется, возможно, палатка будет немного сдуваться. Чтобы оно не происходило, есть специальные насосы, которые имеют постоянную подкачку. Полное описание насоса можете посмотреть по видео, по ссылке под описанием ниже, либо зайти на сайт. Здесь специально подключается, сделано два клапана. В один клапан подключается непосредственно для накачки воздуха и поддержания давления. Второй клапан делается для того, чтобы контролировать давление в палатке. Если непосредственно палатка будет перекачиваться или давление будет, воздух будет расширяться, сделан специально стравливающий клапан. Пневмокаркасные палатки имеют
несколько преимуществ. Первое – это мобильность, компактность, быстрое время развертывания и также непосредственно количество людей, которые могут установить данную палатку. Это 1-2 человека могут развернуть палатку для штаба 20 человек. Хотите заказать палатку по нестандартным размерам или для своих определенных нужд? Подписывайтесь на наш канал, переходите по ссылке ниже, звоните в компанию Time Trial, мы подберем для вас подходящий вариант пневмокаркасной надувной палатки.